Здравствуйте, в эфире Электрогорское телевидение. И прямо сейчас о новостях нашего региона. В Подмосковье продолжают строить систему обводнения торфяников. В Егоревском районе Подмосковья завершаются работы по обслуживанию системы обводнения торфяников. В плановом порядке ведутся работы на комплексе гидротехнических сооружений системы обводнения торфяных месторождений. Контроль за выполнением работ ведет Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба. По графику проводятся и другие мероприятия по поддержанию уровня грунтовых вод на обводненных территориях торфяников. Специалисты отдела эксплуатации областной специализированной аварийно-восстановительной службы ежедневно осуществляют контрольные объезды комплексов в Егоревском, Луховицком и Шатурском районах. По программе «Экология Подмосковья» на 2011-2013 годы в области построено 36 комплексов систем обводнения торфяников общей площадью около 47 тысяч гектар. На выплаты регионального материнского капитала в Подмосковье потрачено более 35 миллионов рублей. С этого года жители Подмосковья впервые начали использовать региональный материнский капитал. За первое полугодие 2014 года выплачено 35 миллионов 700 тысяч рублей регионального материнского капитала. Большая часть сертификатов реализована на улучшение жилищных условий. За три года с 2011 по 2013 в Московской области выдано порядка 70 тысяч сертификатов. В 2014 году правом на распоряжение средствами регионального материнского капитала смогут воспользоваться более 20 тысяч семей. В Московской области дополнительно к федеральному материнскому капиталу с 1 января 2011 года введен региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей. Материнский капитал может быть потрачен на улучшение жилищных условий, получение образования или пенсионное накопление матери. Теперь немного о новостях нашего города. Сотрудники управляющей компании «Ленком» провели рейд по должникам коммунальных услуг. На объезде побывала наша съемочная группа. Рейд по квартирам задолжников за коммунальные услуги состоялся на прошлой неделе в пятницу 11 июля. В нем приняли участие судебный пристав, его помощник, сотрудник охраны, юрист и специалист по работе с общественностью УК «Ленком». Сегодня проходит рейд службы судебный пристав по выявлению злостных неплательщиков за коммунальные услуги. Мы находимся по адресу Классона 6, квартира 3, в связи с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги в размере 120 тысяч. Имеется долг взыскания коммунальных платежей в размере 120 тысяч рублей. Исполнительный лист с 2012 года, на основании которого было возбуждено исполнительное производство. Поэтому лист находится на исполнении, решение суда не исполнено. На основании этого принято решение составить акт описи ареста имущества. На последующую реализацию в счет погашения задолженности. Ну, имущество, естественно, если человек не погасит, у него будет 10 дней, потом, согласно новому законодательству, ему придет письмо, то, что он может сам продать свое имущество, которое было описано, а ту цену, которую как бы, составил судебный пристав, в течение там, определенного времени. Если должник на это письмо не отреагирует, то это имущество будет подаваться на конкурсной основе путем реализации через рост имущества. Каким образом должник мог бы избежать такой ситуации? Должник должен был в течение 5 дней с момента получения постановления о возбуждении оплатить долг или пойти на мировое соглашение с представителями управляющей компании. В данной квартире произведен арест имущества с изъятием и с последующей реализацией. Не открыли двери приставам должники, проживающие по следующим адресам. Советская, дом 24, квартира 1. Данные граждане имеют задолженность в размере 55 тысяч. Также Советская, 24, квартира 47, имеют задолженность 61 тысячу. И в этом же доме квартира 61. Данные граждане имеют сумму задолженности 144 тысячи. Улица Советская, дом 26, квартира 69.
у людей имеется задолженность в размере 77 тысяч и Крыжановская 29-19, 55 тысяч задолженность. На все данные адреса мы выходим необосновательно, в связи с тем, что по каждому адресу есть решение суда. Все полученные исполнительные листы отправлены в службу судебных приставов, на основании чего они возбудили исполнительное производство. Все было разослано в адреса и были не раз уведомлены. Только после этого выходят с актами и с арестами по данному имуществу. Чтобы дело не оборачивалось арестами имущества, управляющая компания просит оплачивать счета в срок и не копить долги. И в завершение выпуска прогноз погоды от Гисметео на вторник, 15 июля. Ночью плюс 15, днем до 27-29 градусов тепла. Солнечно, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Это все новости на сегодня. Далее смотрите репортаж с оперативного совещания у главы города и нашу еженедельную рубрику «Детский взгляд». С вами была Анна Шевальна. Удачной рабочей недели. Всего доброго. До свидания.